Ребята, всем привет! Как ваше ничего? Сегодня я вам хочу рассказать изумительный просто рецепт, поделиться этим рецептом с вами, чтобы вы всегда дома также вкусно готовили курочку, грудку, именно грудку, чтобы она была не сухая, сочная. Это изумительный рецепт. Следите пошагово вместе со мной. Сейчас я буду вам рассказывать каждые тонкости и нюансы приготовления этой наивкуснейшей курочки. Смотрим. Сперва берем грудку и красиво делаем вот такие надрезы, как я вам всегда и показывал. Помните, когда мы карасей разрезали, косточки проделали? Также делаем в грудке вот такие надрезы, не до конца, ребята, не до конца. Вот, потом берем вот такие надрезы еще делаем. Вот так. И вот так. И вот так. Этого будет достаточно. Делаем не до конца, чтобы вот получились вот такие вот красивые кубики. Берем, ребята, вторую грудку. Ее надрежем наискосочки уже по-другому. Красивенько. Вот так. Таран-там-там. Таран-там-там. Первую мы делали в шахматном порядке. Вторую мы сделаем по диагонали. Вообще не принципиально, как вы будете резать. Красота, конечно, играет какую-то роль свою, но главное ее прорезать, чтобы она пропеклась. Вот и все, грудка. Можно вот так. Все, все прорезали кубиками красиво, вот так вот все сделали. Все, и засовываем наши грудки к нашим грудкам. Так, ну что, друзья, нарезали мы курочку, переступаем теперь к офигительному соусу, подливки, как хотите, так и назовите. Смотрим, достаем сотейник, обязательно, шеф-поварской сотейник должен быть у каждого на кухне. Сметанка, коровья. Душистая. Пару ложечек буквально, вот так вот. Можно жиденькую, можно не жиденькую. Сделаем побольше. Давайте 3. Ребята, кладем, короче, сметанки душистой. Ложки 4. Или 5. Ну, короче, побольше. Это будет у нас основа для соуса. Дальше, ребятки. Соевый соус. Буквально рюмашечку. 50 грамм. Ребята, соус соевый. Выливаем 50 грамм сметанку. Сами знаете, что соевый соус, он и так, по сути, соленый. Так что много не солим. Буквально пару щепоток соли. Дальше посолим, там уже потом еще, если что. Теперь вот так вот пока все перемешаем. Дальше мы кладем молотый черный перец сюда же. Тоже по вкусу, ребята. Как хотите. Вот так. Дальше у нас есть еще интересная вот такая приправа для курицы специальная. Поэтому я много и не солил, потому что в этой приправе уже все содержится. И соль, и специи, и пряности. Ну, тут, наверное, идет, как и всегда, куркума. Чеснок вы можете добавить как сухой гранулированный, так же и свежий. Я вам сейчас продемонстрирую все со свежим чесноком. Это в обязательном порядке. Если курицы, у вас, например, две грудки куриные, делаете всего лишь 2 или 3 зубчика чеснока. Если же у вас, как у меня, 4 грудки, то чеснока не жалейте. Я выдавлю сюда 5 зубчиков. Вот, это у нас будет такой вот маринад. Если у вас он получился не сильно густой или жидкий, можете чуть-чуть добавить еще сливок или водички подразбавить. Ну что, ребята, вот примерно вот такая вот должна у вас получиться сметанно-чесночная заправка с соевым соусом, со специями и так далее и тому подобное. Вот. Вот так. Ну что, заправочка наша готова. Залили курочку нашу, обалденно просто, залили ее вот этим соусом,
перевернули ее, чтобы она у нас вся пропиталась в этой заправке. Вот так вот. Ворочаем ее, маринуем, короче. Я вам советую, пока мы сейчас будем заниматься гарниром, ну, мы будем делать подушку для курицы овощную. Картошечку там сейчас нарезать, грибочки, кабачочки. Вот, пока она маринуется буквально 20 минут. Пока мы занимаемся овощной подушечкой. А потом все покажем и расскажем. Маринуется 20 минут буквально. Смазали маслицем форму, чтобы ничего не пригорало. Теперь, что мы делаем теперь? Берем, уже предварительно я нарезал картошечку. Можете делать картошечку любой толщины, не обязательно такими тонкими, как у меня. У меня просто у бабушки духовка плохо работает. Выкладываем теперь обыкновенную подушечку из картошечки. Вот, делаем просто овощную подушечку. Так, ребята, смотрите, все, выложили картошечку на нижний ряд. Вот, также я предварительно нарезал кабачка. Кабачочка тоже можно выкладывать по вкусу. Можете вообще не класть кабачок. Можете класть. Просто кабачок, он тоже довольно-таки сок даст кабачок. В общем. И я думаю, хуже не будет гарнирчик к нашей курочке. Выкладываем. Также кабачочек. Теперь, ребятки, сделали картошечку, сделали это. И теперь переходим к грибочкам. Грибочки вот так вот делаем, вот такими шайбами, не надо сильно мельчить. Грибочки вот так у нас, шампиньончики идут, кто хочет, можете класть лисички, вешенки, белые грибы, если свои есть, ну правда зимой у кого они есть, только. Так что лучше кладите тоже шампиньонов и не изобретайте велосипед. Так, ребят, все, грибочки мы положили. Это у нас идет третий слой. Теперь мы выпьем 100 грамм соли. Шучу, конечно, просто посолим, ребята, немножко. Потому что, во-первых, у нас это все будет заливаться соусом. Все у нас соленое, по сути. Так что и перченое. Так что ничего переборщивать не будем. Просто картошку и кабачок чуть-чуть присолим, чуть-чуть проперчим. И не будем больше ничего делать. Теперь мы все красиво. А сейчас с вами будем это все доставать и делать. Формы у нас будут две сегодня запекаться. Одну мы вот эту сделаем без камеры, и еще сделаем эту. Так что берем нашу грудку разрезанную, красивую, аккуратно кладем вот так вот поверх. Вот так вот. Вот. Раз. И вторую. Вот. Так, промаринованную. Вот. Вот. И вторую. Выклали поверх грибов, кабачков и картошки. И чуть-чуть эту всю красоту можно подзалить оставшимся соусом. Вот так вот. Все, не будем. Нам еще надо оставить на вторую форму. Ну вот, в принципе, никакого лука класть не надо. Ни красного, ни салатного, ни репчатого, ничего. Все, вот в принципе вот в такой вот форме оно уже отправляется в духовку при 180 градусах выпекать 30-40 минут. Вот, потом, конечно же, мы достаем и делаем еще интересную процедуру, там с сырком, сами знаете, яичком, все для корочки, но это уже потом достанем, сделаем. А сейчас пока отправляем в духовку. Ну что ты, моя девственница, уже не девственница, соскучилась по мне? Доловочка, духовочка. Так, ну что, ребята, ставим красоту нашу. Спросите меня, а зачем ты, Олег, накрыл фольгой, да? И не сказал нам ничего. А потому что фольгой я накрыл для того, чтобы она была не сухая. Вот, экспериментируем. Вот, смотрите, они ушли.
Ну что, мы с вами встретимся через 40 минут и посыпем все это сыром, еще сделаем пикантную корочку. И будем пробовать вкусняшку. Ребят, все, курочку мы достали. Сейчас мы делаем корочку. Как мы делаем корочку, показываю. Берем сыр. Это на первую, вторую половинку мы туда разделим сейчас. Одну на одну, у нас два. И вот так вот. Яичко в одну и в другую. И все. Ничего солить не надо, просто все перемешали. Ребят, у кого есть, можете еще покласть моцареллу, мелко порезать на кубики и смешать также вот с этим сыром и с яйцом. Моцарелла тоже придаст, в принципе, хороший вкус нашей курицы. Ну что, пошлите просто смазывать, ребят. Смотрите, вот мы достали, что у нас получилось. Первая порция, вторая. Теперь вот так вот все. Просто посыпаем сыром с яичком. И сейчас опять отправляем в духовочку. И там уже все до корочки. Это все будет делаться. Придастся офигительная корочка. Пальчики оближешь называется. Вот. Фольгу уже, ребята, в принципе, это... Ребят, фольгу уже снимайте, когда сделали. Так, вот, ребята, достал я из духовочки нашу курицу, грудку. Ну и вкуснейшую. Сыр немножко запекся с яичком. Сейчас будем разрезать и пробовать. Это вот у нас первый получился. Вот это в стеклянной форме. Какая красота. Видно, что она сочная. Там водичка. Ну, грибы, видать, и кабачок дали соку. Немножко выпарилась. Но она и должна быть с водичкой. Все нормальнее. Сейчас будем... Давай, мама, порцию нам вкусненькую отвешай. Грудка разлетается на ура. С картошечка. Какая красотень. Давай, давай, давай. О. Вот какой. Сейчас все попробуем, вам скажем, ребята. А, как всегда, будем дуть. Картошка с сыром и курочкой и с кабачком. Все отлично сочетается. Не падать. Грибочки. Хотел подцепить грибочки, но тут только одни кабачочки. Как посоли? Я бы еще посолил, ребят. Мы специально боялись не пересолить. Вот. Поэтому нормально. Досолить всегда можно. Грибочки с кабачком, с картошкой. Все сготовилось отменно. Грудка получилась наивкуснейшая и сочная в собственном соку. Сыр дает тоже офигенную изюминку. Ну, ребят, это бомба, это уже просто, это шедевр. Так что готовьте, берите на заметку. Давай, пробуй. Я хочу картошечку достать, вон она какая. Картошечка, давай, кушай. Она как на костре получилась. Лучше, хотя на костре вкусней. Грибок подцепи. Грибок где? Там где-то в середине мы клали же. Рядами. Искать грибок, искать. Вот я вижу грибок. Вот грибок. Да. О. Вот он. Бульончик. А вот у тебя целый кабачок. И кабачочек. Ой, кабачки я люблю во всех видах. Они же разваливаются. Они нежные. Ну это просто бомбический рецепт, ребят, его сложно испортить, так что берите на заметку. Мясо совершенно не сухое, вот совершенно не сухое, как будто это не грудка, а бедрышко, очень-очень нежное. Сыр, прелесть, вкуснота, всем советую делать. Давай. Ставьте лайки, всем пока.